Анонс и точно дата выхода пятой серии нового сериала «Друг на час». Пятая серия сериала выйдет на канале ТНТ 24 апреля. Ранее в сериале мы увидели, как Леха выясняет, что нового мужчину его жены зовут Петя и хочет разузнать о нем побольше. С этой целью он отправляет своих друзей и Николая Сергеевича к нему на деловую встречу под видом богатых клиентов. А сам в это время хитростью выманивает свою бывшую жену Марину с работы и устраивает ей романтическое свидание. Николаю Сергеевичу постепенно понимает, ему есть чему научить молодых людей и есть чему научиться у них взамен. Он вновь получает смысл жить, и судьба как бы возмещает ему то, чего он был ранее лишен. Сын в лице Лехи, внук в лице сына Лехи. Работая самостоятельно, другом на час, он закрывает один за другим свои проблемы и проблемы других людей. И Леха тоже запоздало реализует свои синовьи чувства. Пятая серия сериала выйдет на канале ТНТ 24 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.